А представители сирийской армии заявили, что сбили военный самолет и беспилотник Израиля в провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает интернет-портал РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ. В то же время, по данным агентства, представитель армии Израиля заявление о потере самолета в Сирии опровергает. В четверг, 15 сентября, авиация Израиля нанесла удар по позициям движения «Хамас» в ответ на снаряд, который был запущен с подконтрольной движению территории. Отмечается, что силы обороны Израиля считают «Хамас» ответственным за атаки, совершенные по израильским владениям из сектора Газа.